Всем привет! Сегодня я расскажу об одном очень романтичном коктейле с не менее романтичным названием. Коктейль в постели. Тема сегодняшнего выпуска. Первоначальное название коктейля Between the Sheets, что означает «меж простыней», что и предполагает употребление этого коктейля исключительно в романтической обстановке. И, кстати, хочу заметить, что смесь коньяка, рома и лимонного сока подавали в качестве аперитива девушкам в публичных домах во Франции перед тем, как они выходили к своим клиентам. Вкус этого напитка был непревзойденным, что постепенно перенесло его из публичных домов в респектабельные заведения. Первоначальный рецепт был немного видоизменен. В респектабельных барах в этот коктейль стали добавлять ликеры, что и придало этому коктейлю более пьянящий аромат и более высокую популярность, чем была у этого коктейля в публичных домах. В различные варианты такого коктейля добавляют различные ликеры, но для того, чтобы приготовить оригинальный рецепт, необходим именно Triple Sec. Это довольно-таки крепкий напиток, который приготовлен из дистиллята апельсинов трех видов, что и придает очень такую глубокую насыщенность этому напитку. Что ж, самое время приступить к приготовлению этого коктейля. Перед приготовлением охлаждаю бокал. Пока бокал охлаждается, буду использовать шейкер. Сюда необходимо добавить 30 мл коньяка. Мл белого рома. Довольно-таки крепкий напиток. И 30 мл трипл сека. Оригинальный рецепт. И также необходимо добавить 20 мл лимонного сока. Можно использовать готовый бутылированный лимонный сок. Можно использовать свежевыжатый. Я буду использовать сегодня свежевыжатый сок половинки лимона. Теперь необходимо сделать... перед тем, как сделать шейк, нужно добавить лед. А вот теперь нужно делать шейк. Вот такого вот он, пастельного цвета. Украшается этот коктейль только лимона или цедры лимона. Я буду использовать небольшой кусочек цедры лимона, который прям-таки опущу в бокал. Коктейль в постели. Готов. Для того, чтобы приготовить коктейль, который будет называться «меж простыней», необходимо использовать все те же ингредиенты, кроме трипл сека. На этом выпуск о романтичном коктейле, который родился в публичных домах, подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, находите нас в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм и Фейсбук. До новых встреч! Пока!